Вот как у нас Никуха спит со своими глазастиками. Посмотрите, сколько она обычно берет на ночь. Ей скучно, видимо. А уже 7 утра, поэтому пора вставать. Николь. Никушка. Да, Николь, сегодня видео у нас, я хочу снять, как ты питаешь. Кстати, завтрак полезный для гимнастки уже готов. Вот так вот гимнастка встает на шпагате. Я бы даже так не спала. Ну что, Николь, проснулась? Идем завтракать? Нет. Так, у нас Никуша спит, а надо вставать. Николь, давай, не выдавай нас. Давай, спи. Мама, слушай, это не утро. Отстань. Это не настоящее утро. Это искусственное утро. А что ты врёшь? Николь. Ой, молчи. Где? Где, что? Мадам, вы переигрываете. А вы доигрываете. 3, 2, 1, 0. Вы на канале Мисс Николь. И сегодня я вам покажу, как я питаюсь целый день. Да, мы сегодня покажем, как питается гимнастка на протяжении всего дня. Итак, сегодня на завтрак я тебе приготовила овсяную кашу с сыром и со стаканчиком молока. Ты знаешь, да, что овсяная каша, она очень полезна? Да, а еще она дает много энергии. А я еще, кстати, расскажу, что такой завтрак, да, овсяная каша, очень любят в Англии, да? И молочком запиваем, потому что молочко, оно тоже очень полезно. Это кальций. Мама, не переживай, иди себе, я тут сама покушаю. Сама докушаешь? Да. Точно, я могу идти и не переживать, что ты съешь? Да. Все, чтобы съела. Все, окей. Вот это завтрак я действительно люблю. Мам, это что, не, типа, не ты меня снимаешь? Ай, Николь, ты сегодня целый день меня сдаешь. Николь, я смотрю, ты уже почти готова к школе, да? Я директором школы. А, ты директором школы стала? Почти, а, ну поздравляю тебя. В общем, когда будешь одеваться и собираться, я тебе приготовила уже на перекус яблоко и банан. Это полезно, это фрукты, любые фрукты полезны для гимнастки, знаешь? Угу. Поэтому положишь их в рюкзак, хорошо? Вот его я и положу. А вот теперь я готова. Собираюсь и поехали в школу. Итак, на обед я приготовила Николь борщ, рис отварной. И отварную, и индюшку. И, естественно, у нас овощи. Стакан водички, потому что водичку пить полезно. Да, Николь? Да. Ну что, приступай к обеду своему. Борщик, это вкусно, полезно. Никогда животик не будет болеть, да, Николь? Угу. Вкуснятина. Поэтому каждый день гимнастка и, в принципе, любой ребенок должен кушать борщик или супчик, или ну какую-то жидкость, да, бульон может быть. Да, это очень вкусно, полезно, шикардос. Теперь я приступаю к кашке с мясом. Мясо – это сила. А мы кушаем индюшку, потому что это мясо не жирное и диетическое. Николь, все же гимнастки на диете, да, сидят обычно, да? Овощи, особенно огурцы. Да, Николь у нас постоянно кушает огурцы. Ну и помидоры тоже, да? Но огурцы ты любишь больше. И, конечно же, мама, никакой кока-колы, я пью воду.
Что-то мне твое лицо так знакомо. Вот прям хитрюга-хитрюга. Любишь водичку, да? Натуральную, вкусную и полезную, самое главное. Никуш, ну что там у тебя в школе, скажи? Все хорошо? Да. Да? Ну ты решила, чем мы будем обедать? Мы же сегодня показываем видео о том, чем же ты обедаешь. И завтракаешь, и ужинаешь. Ну что? Мама, вот Макдональдс, и мы и будем завтракать. Макдональдс? Да. Один Хэппи Мил. Девушка, можно Хэппи Мил? Да, конечно, с чизбургером яблочным соком. С чем? С мультифруктовым соком. С мультифруктовым соком? Есть разукрашечки у нас. Разукрашечки? Свинка Пеппа и миньоны. Какой желаете? Миньоны. Миньончики. Хорошо. Никуша, что? А разве гимнастки кушают Макдональдс? Нет. Я бы не сказала. По-моему, да. Спасибо большое. Ну, по-моему, да. Ну что, Николь? Твой полезный обед гимнастический? Нет. Нет, я бы так не сказала. Что ты прям реально будешь его кушать? Да, да. Да ладно. Короче, все. Это неправда, Николь, нет. Нет. Ты слушай, так все узнают об этом. Ты не боишься, что все об этом узнают? Нет? Извините меня все. Это что? Книжечка. Ой, слушай, а покажи, что за книжечка, а ну-ка. Может, это разукрашка? Угостишь меня этот вот чем-нибудь? Книжкой. Нет. Угостишь меня картошечкой? Огурчиком. Огурчиком? Да. А картошечкой? Посмотрите, какая Николь. Ой. Это вам. Это какая щедрая. Она готова угощать всех Макдональдсом. Мы подглядываем. Нет, мы подглядываем. Николь, мне кажется, или ты заказывала сок? Откуда у тебя Кока-Кола взялась? Твоя Кока-Кола. Моя Кока-Кола? Ты что мне выдаешь? Нет, я тоже занимаюсь фитнесом. Я не пью Кока-Колу. Всегда попиваешь. И, наконец-то, наш ужин. Николь, ты знаешь, что я тебе сделала на ужин? Мясо-салат. Салатик с оливковым маслом. Да. Огурцы, помидоры и капуста. И говядина. Да, и говядина. А чтобы тебе запить? И мой любимый мультифруктовый сок. Да, твой любимый мультифруктовый сок. Поэтому ты можешь приступать и ужинать. Это очень полезно. Всем советую. Ну, как тебе? Вкусно. Вообще, я очень люблю говядину. Она вкусная, очень полезная и нежирная. Да, я ее делаю нежирной. Вкусненько, полезненько. Николь. Она твердая. Ну, немножко твердая. Из-за вот этих штучек, пережаренных. Николь, ну ты чего? Вкусно все, тихо. Ну все, хватит. Вау, классно! Николь, что это? Вот это настоящий ужин. Бутерброды, да, с колбасой, с маслом. А, ну ты кушаешь все-таки огурчик. И какой-то торт. Я не могу смотреть, как ты кушаешь бутерброды с колбасой и пьешь эту ужасную Кока-Колу. Это же просто кошмар. Настало время моего красивого тортика. Я тебе жалко. Ну ладно, ему конец. Это сразу. Невкусно? Что это? Вот это настоящий завтрак. Вообще-то ужин. Ну что, Николь, давай расскажем всем правду. На самом деле и реальность, и ожидания не совсем на 100% соответствуют тому, что мы сегодня сняли, да?
Скажи, вот ты же не ешь на самом деле торты вот такие вообще нет, никогда? Нет, торты я не люблю вообще. Кока-колу пьем редко, не любим, редко, да. Но пьем ее очень редко. Точно так же, как и Макдональдс, да? Да. Едим редко, но метко. Метко. Овсяную кашку ты тоже кушаешь, да? Да. Точно так же, как и вот эти хлопья с молоком ты тоже кушаешь, да. Когда мама спешит, быстренько тебе делает, да, ты их кушаешь. Но больше всего ты любишь из этого всего огурчики. Огурчики с помидорчиками. Да, ты можешь взять прям огурчик, кушать и передавать всем приветы. Да. А мы передаем приветы Арина с Тошей, мистер Тоша. Это что было? Это типа как мы потом вставляем приветы? Арина Гимнастика, Ольга Толкина, Аленький Цветочек, Лутфия Каюмова, Научись танцевать у Марии. Привет! А всем пока-пока, подписывайтесь на канал Мисс Николь, ставьте пальчики вверх, пока-пока! Пока! Питайтесь правильно! Неправильно не питайтесь!